Всем добрый вечер, добро пожаловать. Мы будем играть сегодня, значит, вот эту карту. Она, конечно, уже давно вышла, но решил записать сейчас. Интересная карта. Не знаю, многие жалуются. Она чисто кемперская. Ну, многие так, как бы говорят, она кемперская. Ну да, есть в этом что-то такое, но мне нравится то, что она такая компактная. Не знаю, она разнообразная очень. И можно и играть и за кемперу, конечно, и за медика, и за штурмовика. Короче, очень интересная карта. Мне очень сильно понравилась. В последующем будут еще и другие, да, там карты откроются. Но это для тех, у кого премиум пасс. Я чисто из-за этого вот взял, купил сейчас этот премиум пасс, потому что, ну, как без российской части-то. И, кстати, очень интересное оказалось вообще вот это дополнение во имя царя, оно интересненькое, потому что там, так как показывали на бета-тестах, когда играли там дайсы и все такое, там... Показывали храм. Я не помню, что это за храм. И там красные и как бы белые между собой вели битву. Ну, насчет этого тоже, наверное, срач поднимется. Между красными и белыми это все дело. Ну, смотрите, как быстро они уже... Е еще не взяли, а Д уже. Так, надо быть поосторожнее. Так, немножко звук подниму. Ну что здесь? Так, знаешь что, парень? Ну это C окей, но... Они очень часто отсюда прут сразу. Так, лучше бы... О, видали? Уже идут. Убили его. Ах ты, зараза. Так, у меня тут опять плава мешается. А чё так? We have taken objective. А, это наш. Вот как я и говорил. Так, у нас тут гости, смотри. Эти русские дамы, они... У них озвучка просто офигенная. Воу, 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 воу. Вот это русская дама. Короче, хотел запустить PUBG. Поиграть. Запустил его. И... Собрал там... Шлем второго левела. Значит, броню вот этот третьего левела, скар, короче, взял и скучно стало, взял, выключил, потому что игра какая-то скучная, честно. Вот не знаю, может кто-то будет сейчас мне как бы ругать, но реально чисто вот по мне батла, она... Батла по мне более интересная, чем более кайфовая. Не знаю, кому как, да? Но мне именно вот батла сейчас, она более привлекательная. Так, кто-то сюда поднимается. Блин, сегодня прикол был, я взял, мне надо было оружие открыть на штурмовике, дробаш надо было открыть, значит, надо было использовать М97, это хантеровский. У нас А отжимают, и они сейчас сюда придут. О, нет, сажаться. Вот я не знаю, я столько еще не плевался. В первой батле. Я так не матюкался еще в первой батле. Это просто какой-то
Ну, я не знаю, это ружье, оно... Это ружье просто какое-то... Ну, наказание какое-то. Вот. Все нервы вымотал. Не смог все-таки я это... Ух ты, ух ты, ух ты. Ничего себе. Вот не смог. Вот почему? Значит, вот... В 2 сантиметрах у меня противник. Вот, вот вообще нос-нос. Я в него стреляю, ребят. Вот честно, вот. Я не знаю, наверное, стоит это записать. Я просто... Ух ты, как она. Aufpassen, Speer! Она сейчас меня зацепит, я знаю. О, уже парни. Никого? Где она? Ух ты. Ух ты, молодчина такая. Они такие шустрые, маленькие. Отличный класс. Не, я имею в виду чисто персонаж. Просто отлично. А как кричат, прям вообще. Меня очень-очень сильно порадовал. Вот именно женский класс. Ну, снайпер, ну, конечно, должна быть женщина. Прикольная. Так, у нас тут... Где она? И местность тут вообще, ну я не знаю, красота просто. Так, надо сейчас. Что-то. О! Смотрите где. Сразу. Опять они на А, да? О. Убили, убили. Так, еще один там я видел. Ходил. Так, надо быть поосторожнее сейчас. Помогите. Это труп. Ну, на всякий случай. А то они умеют оживать. Ох ты! Ох ты, сукин сын! Ох ты, паразит, а? Валдо, блин! Так, надо быть сейчас поосторожнее. Что это там происходит? Ох ты, раз, а? Иди сюда. Erste Hilfe, nimm schon. Erste Hilfe. Ich sehe mir die Wunde an. Как кричат, пулемет. А зачем целиться, господи, по привычке. Короче, насчет М97. Вот противник стоит прямо перед носом. Я в него стреляю 3 раза. Вот просто ружье, вот просто ствол направлен на противника. Прямо, вот никаких вот, ну, нет возможности, чтобы она, ну, понимаете, промазала, да? И ты мажешь. Ты просто мажешь. Ну, я не знаю, как это ружье вообще работает, но... Ну, вообще, ну, просто... Ух ты! Ну, здесь как высунешься. Ну, он как-то, она как-то, не знаю, очень странно как-то. Слишком... Посмотрите, где я, где мое тело, а где она. Это было очень странно. Наверное, высунулся все-таки. Так, бай, а вот здесь наша.
И вот никак не мог. У меня осталось там, надо... Так, у нас тут... Так, мы здесь все засвечены сейчас. Ух ты, всех разнесло там. Кто там? Там столько дела наше. Боюсь. Этот мандрагон каким-то, знаете, раньше он в начале туда, он каким-то другим был, он более какой-то разболтанный был, а сейчас он так, знаете, о, братья, вы совсем какие-то, ай, дурак. Бегать научись. Так, там я смотрю. Оп-оп. Я не вижу, где... А, вот он. Ай, это было очень плохо. Это было очень плохо. Но, честно говоря, вот батла, вот я не знаю, правда. Она более увлекательна, чем этот паб. Не знаю. Включаешь паб и просто выходишь. Ну, у меня соло игра, наверное, командная игра более такая. Я никогда не играл в командном. Не знаю, я вообще не командный игрок. Никогда не нравился в команде. Так, у нас тут, я смотрю, что происходит? А, так, занимаем эту точку. Блин, а? Сейчас вот высунусь и... Вот у меня... Тики-пуки, снайпер. Все, осветили меня. О, горят. О, вообще просто там. Они там пойдут. Ага. Ну, мы доминируем, я смотрю. Ну, по очкам не особо, но все-таки. Так. Ай-яй-яй-яй-яй, не хочу я на копье. Так-так, ух ты, здесь смотри, целая орава у них. Так, здесь интересно, вот-вот-вот. Да drüben, ein berittener Feind. Так, уходим. Все. Еще один. Блин, сколько их? Моя тима, конечно, она. Ich helfe dir. Ich krieg dich wieder hin. Ай-яй-яй-яй. Со всех сторон. Здесь очень опасно.
О, еще там Б. Так, ну-ка. Это что-то его видно, но плохо видно. Ой, у нас тут тело лежит. Тело, вставай. О, нифига себе. Это что тут такое-то? Давай, давай, ты как? Ах ты, зараза. Не, она вообще, я не знаю. Отлично так. Или отличный шутер, или же, извините меня, но... Блин. Или же она имбутер. А она, ну, он, короче. Я столько, короче, я вот вам говорю, вот я столько на этот М97 в жизни не матюкался. В жизни не матюкался. Это просто какой-то пипец. Так, что у нас? С у нас под контролем. Опять Вальду попался. Вальду. Брат. Твою мать. Опс. Ох, красиво так. Ай, летчик на летчик. Оп, 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 оп. Оп, 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 оп. Куда ушел? Вернись, сволочь. Да, это было жестко, конечно, такой. Где он? Куда он делся, этот сукин сын? Ап-ап-ап-ап-ап-ап-ап. А ну-ка, а ну-ка. Ну-ка, высунься. Где ты, граната? Не понял, что происходит. Кто в кого, почему, за что. Женщина. Да, да. Где женщина? Ух ты, кого-то там жестко. Спуститься. Еее! Давай. А, блин. Прости, но ты что-то совсем на чужую территорию залез. Давайте, братья. Поднимаем друг друга. Воу, 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 кто меня пасет? Я лучше к своему камушку. Так, что? Как всегда. Эти сволочи, летчики на летчики. Так, блин. Не дергай рукой, блин. Это я сам с собой разговариваю. И часто со мной так бывает. Так, где они? Так, я попал два раза, но... Опа! Америка, Европа. Вам не кажется, что вот эта игра, папка, она затухает? Или просто из-за... Это мне так кажется, из-за того, что я вообще не играю.
сюда нашего командира убил, а? Стучит потрох. Подлечимся. Так, что у нас происходит? А, очки у нас очень хорошо, понимаете? Именно по совести так. Люди играют на... Ружье, motherfucker. Motherfucker, what are you doing? Это отлично, отлично. Вот это я называю, когда в игре есть экшен. А ну бежишь по полю, блядь. Как его там в папке, блядь. Хрен его знает, откуда что прилетит. Вообще, короче. Если экшен, то... То если только там, не знаю, в городе. Таких, в городском этом. А так... Собака, а? Оп-оп-оп-оп. Иди. Кто это у меня там? Какая тварь меня пасет? Так, мы Чарли прошляпали. Эй, what the fuck? Aufpassen, Sturmsoldat! Я в долгу не останусь. Так, иногда бывают микролаги какие-то странные, нежелательные. Это очень раздражает. Так, а, ну да, обезопасить, посмотреть, может. Блин, ну какого хрена? Я вроде все пули в него выпустил. Ну ладно, сбил. Они, наверное, знаете, а опять во льду. Ну хоть убил меня. Вы знаете, как это, наверное, его пули попали в мои пули. Все такое. По матрице. Вообще, медик отличный класс. Так. Какие они шустрые, блин. Еще эти капюшоны таких. Вообще. Короче, первая женщина в космосе русская. Первая женщина в батле тоже русская. Ну, в плане боевой класс такой. Это наш. Так, вы что тут разбеглись, парни? Не хочет вставать. Он в камень застрял. Ух ты, нифига себе. Ну я столько промазал. Смотрите, уже на цешке. Они уже цешку фармят. Так. Смотри. We have taken objective Duff. Вот она где-то тут. Вы видели? Одна пуля вообще куда-то, хрен его знает, куда-то полетела. Но хорошо так сидел. Прям такой мистер Гаврик. Так, что это было? Так, здесь. Так. Сучие дети, а. Сразу почкуются. Так, у нас внизу, значит, один. Так, что там? Вот бросают это место снайпера, и поэтому туда прокрадываются эти. Нельзя такое делать. Сидит там, блядь. Так, его надо подхилить. Сейчас ему мозги выбьют.
Астельфа, пойду ему что-то помогу с ним. Вот так. Maschinengewehr, eindeutig feindlich. Feindlich ist mit dir gesichtet. Вообще просто оружие, просто бомба. Так, это кто там? Так, кто-то меня пасет, да? Ну-ка, ну покажись, где ты там есть. Красавица. О! А че ты тормознулся, да? Вот зараза. Смотрите, я ж дальний, оттуда, блин. Нифига себе. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Вообще дальний оттуда. Блин. Вот это я лоханулся, конечно же. Я сегодня просто, вот честно, вот как-то... Вот там, вот там. Ой, прости. Я без внимания оставил. Спасет, зараза. А, уходим, 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 уходим. Erste Hilfe, greif zu, Mann! Versorg deine Wunden! Gerne. Вот так. А пистолеты вообще как-то странно тоже. Давай, быстрее, быстрее. Они сейчас нас сюда попрутся. О, уже. Ах ты маленькая зараза. Эх ты такая зараза. A sentry kit is available near your location. Они вот, вот. Сгори, падла. Это что? Ну, победа так победа. Вот такой вот геймплейчик. Мне нравится, честно. Батла, она сейчас мне вообще заменила все. Все игры. Очень увлекательно. Вообще сейчас, я не знаю, какие игры можно. Вот сейчас Destiny 2, там бета-тесты будут, там то все. Но она меня как бы вот не интересует. Честно говоря. Вообще. Во имя царя и последующие, значит, вот эти... Дополнения, они будут именно шикарные. Что мне нравится в батле, это визуально. Визуально, плюс, ну, она стабильна по сравнению с другими играми. Реально. Ну, PUBG это, конечно, несравнимо с друг другом. Просто, если брать по популярности, то PUBG, конечно, очень популярен, да? Что тут спорить? Популярнее, как бы, этого. Батлы и все такое. Но, извините меня, мне как-то в кайф в батлу играть, вот эту именно первую. Ладно, на этом все. Всем пока. Вот такой вот геймплейчик. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока, всем удачи.